Инструкция по сборке дверей. То есть сначала раскладываем торец, в зависимости от того, влево дверь будет открываться или вправо, прикручиваем петли. Здесь дверь будет влево, значит слева тут петли прикручиваем. Один саморез вверх и один просверливаем новую дырку. Чтобы потом не пересекались саморезы при открытии двери. В принципе-то еще. Так что пока. Потом. Все, собрали каркас. Ставим дверь. Продолжение двери у нас идет. Лишняя обрезается. Все выравнивается. Лишнее аккуратно отрезали. Дальше идет зачистка поликарбоната от пленки. Транспортировочная пленка, которую нужно обязательно снять. Все, почистили поликарбонат от пленки транспортировочной. Сейчас выравниваем и прихватываем его. Потом в дальнейшем сверху будет у нас обрезаться, выравниваться. Здесь аккуратно вровень, нахлёст на трубу идет. Вот так аккуратно. И сверху еще обрежется. Дальше будет ставиться замок. Дальше перекручиваем петли. Нужно завести поликарант под петли. Заново откручиваем. Чистили от стружки, поставили поликарбонат и сверху петлю. И сверху также. Также уже обрезали сверху поликарбонат. Аккуратненько отогнули поликарбонат, открутили петлю, поставили обратно поликарбонат и прикрутили петлю. Следующий этап у нас идет замок для двери. Делаем отверстие в поликарбонате. Отверстие в двери уже есть. Вставляется замок и настраивается. Следующая ручка изнутри. С этой прикручивается стороны саморезом 4,2 на 19.
с этой стороны. Ну, 4,2 на 25. Но предварительно делается отверстие. Это я просто так делаю. Заранее отверстие лучше сделать. Сейчас прикручивается 4,2 на 25 самореза. Вот все, замок готов. Все, вот такая дверь получилась, цельная дверь. Осталось прокрутить ее. Ушко для крючка. Здесь крючок идет для фиксации двери. Такой вот замок. Еще немножко расскажу отдельно про двери цельные. Цельная дверь свалена с трубы 20 на 40. Вверх и низ 20 на 20. Серединка 20 на 40 тоже нужна для того, чтобы здесь можно будет вставить форточку. Вставить замок. Два положения. Открыл-закрыл. Крючок. И нахлёстик на трубу. По сборке двери собирается просто, обрезается снизу, обрезается сверху, сбоку, подровнял, подрезал, приставил на термошайбу с клубиками, прикрутил, все просто. Петли стоят поверх поликарбоната, сверху уголочек, козырёчек. Изнутри пластинка, чтобы язычок на нее садился, краску не шоркал. Ничего сложного.